Всем привет, чуваки, это канал Топ Дота. Сегодня я хочу рассказать немного хитростей, которые помогают эффективно пушить и всегда используются в скилловых катках. Если вы смотрите матчи на про-сцене, то сейчас припомните, что все они не проходят без тех типсов, о которых я сейчас буду рассказывать. Может быть, кто-то их для себя уже отметил, но они совсем не очевидные и на них редко заостряют внимание комментаторы, поэтому я решил записать это видео. Первое, всегда включайте свои ауры во время пуша. Особенно актуально это для базилки и аквилы. Многие просто покупают их, выключают и не трогают до конца игры. Но включенная аура добавляет крипчикам весьма много брони. Они начинают переживать дополнительный удар от тавера, да и меньше страдают от крипов врага. Признаюсь, что я и сам не всегда вспоминаю этот момент, но все же стараюсь за ним следить. Второе, пытайтесь отводить вражескую пачку крипов, пока она еще не дошла до тавера. Тем более, если у вас есть иллюзии или недорогие сумоны. Это позволит выжать максимум из вашей пачки крипов, здоровье которой не будет тратиться на борьбу с крипфейвом противника. Иногда можно даже танковать крипов собой, но только чтобы это не было опасно, ведь вы будете между двух таверов, и герои противника смогут на изичах вас обойти и убить. Третье, во время пуша всегда убивайте сначала рейндж крипа. У него меньше здоровья, но именно он вносит самый большой урон, а следовательно и мешает вам пушить, дамажа ваших крипов. Если убить его сразу, то все будет круто. Четвертое, пытайтесь пушить катапультами. Первая из них появляется на третьей минуте, а следующие спавнятся каждые 3,5. Катапульты вносят действительно много урона, и нужно пользоваться их появлением для того, чтобы пробить вражеские вышки как можно сильнее. На этом все. Не забывайте лайкать, делиться с друзьями и подписываться, чтобы не пропустить новые видосы. Удачи!